из свежей капусты. Нужна капуста, морковь, соль. Все. Шинкуем капусту. Сильно мелко не надо. Главное, тоненькие эти. Вот так 2-3 раза сделали. Салатик будет. И брошлаг. Ополоснуть ее надо будет. Полоснем водой. И эту. Друшлаг и водой. Посыпаем. Солим. И мнем. Солим на глаз. Немножко. Раз. Щепоточка. Два. Три щепотки хватит. И мнем капусту до выделения сока. Капусту измяли, она мягкая. Прям морковку сюда. Сюда пол морковки хватит. На крупной терке. Морковку потерли, добавляем укропу. Укроп у нас мороженый. Храню его в холодильнике, очень хорошо рекомендую. Всегда свежий и зелененький. Взяли, постригли. Достаточно. Мешаем. Тщательно перемешиваем капусту с соком. В тарелочку и кушать можно. Сейчас я сделаю. Есть. Накладываем в тарелочку. Вот. Все.
сюда заливаем масло растительного и песочку. Салатик положили, песочек по вкусу, я вот кладу две таких, и растительного масла. Перемешиваем, и салат готов. Перемешиваем, салатик готов. Ну, приятного аппетита. Остальную капусту разложим в банку. Утрамбовываем ее, чтобы она была в соку вся. И такую капусту можно хранить. Всегда свежая капуста. Сок не дала, значит, надо больше утрамбовывать, чтобы был наверху сок. Сок появился, значит, капусту утрамбована хорошо. Вот. Закрываем банку. Закрыли баночку и отправляем ее в холодильник для хранения.